Делегация спортсменов посетила школу Олимпийского резерва в Супсехе и 10-ю спортивную школу в городе. Анапа устроила гостям радушный прием. Я хочу вас поздравить с этой праздничной встречей, потому что для города это очень важно и большое имеет значение. Передача эстафеты от олимпийцев нашему спортивному резерву. Это имеет большое значение в вашем спортивном и показателе спорта. Приезжают олимпийские чемпионы уже четвертый год. Олеся Зыкина – легкоатлетка, заслуженный мастер спорта. Чемпионка Европы в беге на 400 метров. В Анапе уже второй раз. По ее словам, курорт – идеальное место для занятий спортом. Город Анапа, по-моему, прекрасен. Я второй раз сюда приезжаю и второй раз абсолютно счастлива. Я бегаю по набережной, я бегаю по песку. Здесь прекрасные условия для того, чтобы заниматься физической культурой. Просто природные прекрасные условия. Я думаю, что спорт – это великий трамплин в жизни каждого ребенка. Спорт для меня открыл столько всего многого и прекрасного. Собственно говоря, он открыл для меня новую жизнь, потому что у меня появились новые друзья, новое общение, закалился мой характер. Я стала трудолюбивее, терпеливее, я стала целеустремленней. И я посмотрела мир. В общем-таки, спорт для меня – это все, это моя жизнь, это тот путь жизненный, который бы я хотела пожелать каждому ребенку. Свою физическую подготовку анапские спортсмены продемонстрировали в показательных соревнованиях по легкой атлетике, гимнастике, волейболу и другим видам спорта. У каждой команды свой олимпийский куратор, так что тактику и стратегию отрабатывали на самом высоком уровне. Это большое событие. Сами олимпийские чемпионы, которые заслужили уважение во всем мире, безусловно, такая встреча вызывает радость и гордость, что у нас в стране есть такие люди. Само собой разумеется, что для Анапы это очень важно, что такие шикарные люди, такие великие люди приезжают к нам на наше побережье. Но это важно для детей, для того, чтобы воспитывать в них патриотизм, желание побеждать, желание показывать результаты, достигать высоких целей. Как отмечают организаторы, подобные встречи способствуют в целом развитию спорта. А такой опыт для начинающих спортсменов может стать первой ступенью на дороге к большим олимпийским победам.